Ивановские наркополицейские пресекли деятельность преступной группы, состоящей из 5 человек. Ее организатор, житель Москвы, наладил производство психотропного вещества амфетамин у себя дома, а сообщники доставляли наркотик на территории Ивановской области. Сначала был задержан главарь, а позже и двое участников преступной группы. При личном досмотре одного из мужчин оперативники обнаружили и изъяли около 200 граммов амфетамина, готового к сбыту. По данным следствия, задержанные нигде не работали. Ранее судимы за кражу и грабежи. Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит лишение свободы сроком до 20 лет.